Всем привет, ребята, с вами я, с вами снова я, Маша. Сегодня на Бахе будем записывать «Моя любимая дочь», 7-я серия. Но перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно и необходимо. Ну а мы начинаем. Так, что-то перекусить хочешь? Эй, мелочь, я кому говорю? Слушай, ты меня мелочью не называй, отстань. Ах ты ж, бананы подай. Нет. Ну, плиз, отстань. Давай я подам, держи. Спаси. Ты чё, дурак, что ли? Ей надо чипсы, наверное. Вот, держим. Дай мне в рот. Так, я пойду к маме. Доченька, привет, папа. Сестренка, привет. Доченька, привет. Как я рада тебя видеть. Так, уже неделя прошла. Вам надо выписываться. Хорошо, я пойду оденусь. Будем ждать тебя на первом этаже. Хорошо. Все, ладно, идите на первый этаж, я пока переоденусь. Так, где тут моя одежда? Вот она. О, вы здесь меня подождали? Так, пойдем. А, ой, нам надо не на этот этаж. Так, нам вот сюда надо. Так. Все, пойдемте. А. О, господи. Как вы сюда пришли? Как вы сюда пробрались? Наконец-то вы пришли! Быстро дочку отдали! Мы вам ее не отдадим! Отдадите! Поехали, доченька. Мы тебе купим косметики. Не хочу! Хочу здесь, со своей сестренкой! Доченька, ты должна ненавидеть свою сестру. А я ее люблю. Да, я ее тоже люблю. Я сейчас полицию вызову. Не надо полиции. Просто отдайте нам дочку, и мы поехали. Я сейчас точно полицию вызову. Вызывайте! О, нет! Моя сестренка! Срочно! Звоню в полицию. Он позвонил. С полиция скоро приедет. Что случилось? Объясните, пожалуйста. Мы всей такой командой приехали. У нас при нас же украли нашу дочку. Что? Кто? Объясни. Кто? Скажите. Опишите.
Это моя бывшая мама и папа. Папа такой блондин в хвостике, знаете. И мама с распущенными с распущенными средними волосами, брюнетка. Это мы их давно ищем. Ужас какой-то. Куда они сейчас пошли? Мы не знаем. Мы не знаем. Ладно, я пойду. Пойдем, доченька. Нам тут делать нечего. Ложись. Хорошо, сегодня же начнем поиски. Вот эти, типа, показали фотку. Да, именно вот эти. Найдите мою сестру, пожалуйста. Хорошо, мы найдем ее. Обещаем тебе, малышка. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Не переживай, малышка, мы ее найдем. Да, все будет хорошо. Мы начнем поиски сегодня же. Не беспокойтесь. Вот и отлично. Пап, а с Лили точно все будет хорошо? Точно. Ты пока переодевайся. И ложись спать. Я тоже пойду спать. Хорошо, пойду спать. Ух, тяжелый день. Успокойся, доченька, теперь ты будешь жить с нами, как все было раньше. Не хочу, не хочу. Не беспокойся, доченька, пойдем мы тебя отнесем в твою комнатку. Пойдем, и будешь спать. Не хочу. Пойдем, доченька, не заставляй нас кричать на тебя. Кто стучится? Пойдем спустимся. Пойдем. А ну живо открывайте! Неужели это полиция? Да? Что такое? Что такое? Мы все знаем, где ребенок. Быстро говорите. Какой еще ребенок? Нет у нас ребенка. Мы на второй этаж пройдем. Не надо, вы зачем? Надо. Ну не надо, не надо. Надо, пойдемте с нами, чтобы вы убедились, что ребенок есть. Пойдемте, ребенка тут точно нет. Вы что-то попутали, наверное. Ребенок есть, мы это знаем. Пойдемте, коллеги. А вот, собственно, и ребенок. И что вы нам врете? Догоняем! Быстро! Ай! Пожалуйста, отпустите! Мы не виноваты! У нас отобрали дочку! Что вы мне врете? Малышка, не переживай. Мы в целости и ты в целости и сохранности. Правда? А родители? Родители задержат. Сегодня же пойдем. В тюрьму их! Пойдемте! Что вы нас позвали сюда? Пойдем отсюда. Мы задержали их. Это они? Что? Что они? Это не мы! Да, да, это они украли мою сестру. Капец. Так, мы ни за кого голосовать здесь не будем.
просто сядем и скажем, что обоих надо брать в тюрьму. Отлично. Итак, передаю слово Красному. Почему он не должен садиться в тюрьму? Я не должна садиться в тюрьму, потому что я ни при чем. Это была идея моего мужа. Теперь Синий. Это была идея моей жены. Она по уши любит свою дочку. Да хватит вы уже ссориться. Итак, кто победил? Никто. Все садятся в тюрьму. Да как это так? Мы еще вернемся. Посмотрим. Быстро в тюрьму. Открывай. Доченька, для нашей безопасности мы должны переехать в другую квартиру. Так что собираем вещи и уезжаем. Хорошо, мы пойдем собирать вещи с сестрой. Хорошо, девочки, пойдем. Да, пойдем. Вот наш чемодан. Давай все складывать. Одежду. Да. Сосисочку. Духи, свечки. Компьютер. И стульчики. Да, и еще подушечки. Акулу надо в чемодан положить. Бери свой стульчик. А чемодан? Чемодан родители понесут. Так, вот надо тихо, чтобы ребенок не проснулся. Сосочки. Платочек. Кузнечки. Так, на чемодан не тяжело. Иди у ребенка бери чемодан. Спасибо, пап. Пожалуйста. Блин. Ой, пойдем. Так, кто понесет ребенка? Можно его на подушечке положить. Хорошо. Так. Ладно, здесь мы оставим. А, еще шампунь надо положить. Куда же без еды? Так, давай, все складываем. Ты с ума сошла? Нет. Ты реально с ума сошла. Я не сошла с ума. Так. Закрываем. Закрываем. Подгузники не зачем, у нас есть многоразовые. Так что берем еще один чемодан. Так, все, и туда складываем. Да ёпарасете. Давай, давай. И еду туда надо сложить. Ё-моё, ты угомонишься? Нет. Я это уже понял. Не надо мне было говорить. А что тогда спрашивала? Не знаю. Хотел узнать, наврёшь ли ты мне или нет. А молоко не всовывается. А, нет, всовывается. Не понял. Может, что-то поменьше. Так, этот чемодан все.
Здесь, а нет, не вот этот, а вот этот. Дорогая, ты ничего не попутала? Зачем ты все это? Ладно, все, молчу. Здравствуйте, с чем помочь? С чемоданами. Понял. Понял, принял. С чемоданами вам помочь. Все, понял. Спасибо. Так. Это все, да, что вы хотите? Да. Так, какие чемоданы забрать? Так, так, дорогой. Все, понял. Дети тоже несут, да? Да. Оп. Все. Так, все, дом пустой, да, получается? Вот ваша квартира. Вы, вам помочь разложить вещи? Нет, спасибо. Ну, какая семья. Так. Ладно, вот ваши чемоданы, я ушел. Спасибо. Так. Надо теперь все раскладывать. Дорогая, зачем это? Не зачем, а чтобы. Капец, у тебя на все отмазки появятся. Я же девушка. А, точно забыл. Ты же ведьма. Да какая я тебе ведьма? Ты что, ошалел, что ли? Нет. Вот и заткнись. Ладно, все, молчу. Ты молчи. Понял, с тобой лучше не спорить. Угу. Да все, все понял. Все, все, молодец. Так, больше продуктов нет. И кружечки. Это детские. Родители, а вы не обалдели чемоданы ставить на, в нашу комнату? Вот свою и ставьте. А на нашу не надо. Окей, окей. Так, вот еще чемодан с едой, надо его разложить. Так. Молочко. И вот еще. Так. Так, все, это наш чемодан. А, это точно. Все, пойдем. Дети пускай сами разбираются. Так. Сосочка. Доченька. Так, косметика. Сосочка. Так, косметика здесь лежит. А это все для дочки. И бомбасы. Так. Господи, сколько чемоданов. Их надо все в коробку сложить. Разбирайте, девочки, последние чемоданы, давайте нам. Хорошо. Я что, наверху сплю? Да хорошо. Я и так всю жизнь наверху спала. Мне уже вообще не принципиально, где спать. Я уже хочу внизу поспать. Вот и отлично. Так, осёсочку. Ванную. Вот эту свечку можно выкинуть. Так, духи тоже, потому что у родителей есть.
Так, эту свечку вот сюда. Так. Так, мою одежду вот сюда. Ага, мою вот сюда. И сосиски. Все, я переоденусь в подгузничек. Так, подушечки потом. Я тоже переоденусь в подгузничек. Так. Все. А подушечки? Пойдем родителям эти подушечки отнесем. Мам, пап, вот вам подушечки, держите. Спасибо, доченька. Вы разобрали чемоданчик? Ага. Так, все, давайте. Так. Этот чемодан тоже вот сюда. Все. Так. Так, девочки, быстро переоденем. Быстро переоделись в комбинезон и пойдем знакомиться с соседями. Хорошо. В подгузниках вы должны только спать. Но никак не ходить по дому. Там балкон. На вас все смотрят. И что, пускай смотрят. Так, все, девочки, пойдемте. Господи, кто там уже пришел? Что вы хотели? Пожрать? Господи, заткнись ты радио. Пожрать? Вот, держите вам пожрать. На здоровье. Все. Да что вы хотели? Вам что, мало жрачки? Держите, все вам отдаю. Вот и молоко соевое, и картошку. Гудбай! Да что вы такие бедные? Нам не нужны твои подачки. А что вам нужно? Что вы ко мне пристали? Познакомиться хотим мы, твои новые соседи. А, ну заходите, простите. Просто не знала. Да не, ничего страшного. Присаживайтесь. Как вас зовут? Парни представились. Хорошо, вот держите, девочки, вам попыт, поиграйте. Я все равно им не пользуюсь. Спасибо. Хорошо, не за что. Так, все? Да, все, спасибо. До свидания. До свидания. Так. Всю ванную. Так. Еще плюс жрачка. И плюс попыт. Пусть на моей полочке. Хорошо. Ну и вот на этом я хочу закончить свою серию «Нелюбимая дочь». Всем до свидания, пока, я всех вас люблю.